Проводник, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы, об этом сообщил замгендиректора РЖД. Тем временем сама проводница рассказала свою версию случившегося. Женщина заявила, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда она увидела рыжего кота, то подумала, что он просто запрыгнул в вагон, такое, по ее словам, бывало и раньше. Проводница сообщила, что Твикс был неухоженный и похож на бродячего. По словам работницы РЖД, на станции никого не было, передать кота было некому, а у нее было очень много работы, нужно было проконтролировать заправку водой. Марина знала, что среди пассажиров были люди с переносками, однако, как объяснила женщина, в системе не указано, какое животное они перевозят. Также, по ее словам, на кота ей указали другие пассажиры, мол, надо его убирать. В вагоне также ехала элитная собачка, поэтому ее хозяева испугались, что бродячий кот может ее чем-то заразить. По словам женщины, хозяин Твикса первоначально равнодушно отреагировал на пропажу кота. Он услышал, что кот вышел в Кирове, после чего развернулся и ушел. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на проводницу, в ее действиях не нашли состава преступления. Сегодня стало известно, что в ситуацию вмешался СК, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Но эта история получила неожиданное продолжение. Охранники выбросили из вагона электропоезда породистого пса по кличке Арчи, который ехал со своим хозяином. Все произошло в Московской области. Трагический инцидент случился 16 января. В тот день Сергей ехал со своим питомцем в электричке, следующей из Тулы до Москвы. Собачка сидела в рюкзаке. «Я полностью виноват в том, что случилось», – переживает сейчас хозяин пса. «Я был слегка нетрезв», – поругался с одним из пассажиров. «Тот взял меня за грудки и на станции Серпухов вышвырнул из дверей электрички, следом выкинул мой рюкзак. В рюкзаке сидел Арчи, он испугался, выпрыгнул из него и убежал в вагон. Я поднялся с перрона, но двери вагона уже закрылись». Мужчина обратился в РЖД, но собаку в бюро находок никто не сдавал. Сергей сделал ориентировку на Арчи и расклеил ее по всем станциям пути следования электрички, начиная от Серпухова и до Москвы. Объявление также разместил в соцсетях. Спустя пару дней железнодорожные охранники сказали, что они высадили Арчи с поезда. Я, если честно, сам не понял, что произошло. Сергей погрузился в отчаяние. Он не хочет, чтобы участь Твикса ожидала его любимого Арчи.